Просто посмотрел. Вот березы интересные. Все облеплены тут веком. Гриб-паразит. Ведь она стоит, растет уже сколько лет. Рядом здоровые, красивые березы. Попадали, а это все больное и стоит. Вот так. А на земле порох. Достаточно маленькой искорки, и все вспыхнет. Так что хорошо, что я не курю. Вот. А сезон начнется дождей. Пойдем за грибами. Тогда я покажу грибы. Места у нас какие красивые. Наверное, когда-нибудь люди научатся запахи передавать. Как он пахнет. Наш лес. Очень вкусно. Где-то гремит. Ну, я думаю, сильного дождя не будет. Чуток смочит землю и все. Ну вот, посмотрел, что происходит в лесу. Что в лесу происходит? Везде груздевые. Вот. Вот гроза в августе. Так, вот в лесу происходит, что почва подготовлена под грузди. Должны быть грузди. Если пойдет дождь, я думаю, пойдут грузди. И грузди отдохнули. И в том году не было. И позапрошлом году не было. Так что я думаю, час настал. Ну все. Где-то гремит. Ой, а из леса выходить неохота. Как здесь хорошо. Как все красиво. Вот где-то молния сверкнула. Сейчас будет бум. Ну, думаю, пора бежать.